Так, всем привет, с вами Элла, и сегодня я начну проходить игру под названием Outlast, страшную игру, которая вышла в 2013 году. Сейчас, секунду. Давай же, одевайся. Господи. Давай, все. Отлично, так. Страшная игра в 2013 году, которая вышла, многие видео я видел, летсплей по этой игре, которая там, я не знаю. Очень страшная, в общем. Очень страшная игра. Я жутко устал, спал сегодня очень мало, и думаю, при таком самочувствии у меня будет хрен меня, в общем, не напугает никто. В игре Outlast встречаются сцены насилия, кровь, сексуальные сцены, также нецензурная лексика, наслаждайтесь. Главный герой, репортер Майлз Апшер, не боится расследовать самые мрачные секреты, отваживается пробраться туда, куда не рискнул спуститься ни один репортер. Одно из таких мест — психиатрическую лечебницу Маунт Мэссив, можно смело назвать адом на земле. Его главная задача — докопаться до правды и остаться в живых. Он не боится, да и сражаться с ужасами Маунт Мэссив невозможно. Так что остается только бежать, прятаться или погибнуть. Хорошо. Так, я продолжаю. Делаем вид, что ничего и не было. Так, загружается. А еще я ужасно хочу пить. Неважно, наверное, это сейчас. Так, Outlast не отвечал уже. Круто. Играю на ультре играю я. Звук практически половина. Здесь будет все отлично. Так. Загрузка идет, а звуки появились. Что это такое вообще? Ясно. Мы едем в машине. Ну зачем ему это нужно? Понимаю, репортер, но похоже, он не знает этого. Предела своего, я не знаю, просто. Беспредельный человек. Я не знаю, кто это. Что это вообще за слова я сказал? Ладно. Не об этом речь. Главное, что мы едем в машине ночью. Без всего, похоже, без телефона. Маунт Мэссив Асулма. Асулма это. Это что это такое? Больница психиатрическая или ват, или что это? Не знаю. Как это переводится слово? Мы приехали, зашибись. Че это что за звуки были? Ладно. 17 сентября 2013 год. От кого-то, кому-то. Тема: совет, незнакомая деятельность, психиатрическое исследование, мерков. Мы не знакомы, но я ваш давний поклонник. Постараюсь сильно не затягивать, они могут следить. Видимо, это ты программист. Я 2 недели провел консультацию по программам обеспечения психиатрических исследований мерков. Маунт Мэссив. Меня заставили подписать кучу договоров о неразглашении. Сейчас же я их грубо нарушаю, ну и хрен с ними. Здесь творится что-то ужасное. Не понимаю, не верю. И в половину увиденного. Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко. Говорят, они нашли то, что дожидалось их в недрах земли. Владельцы клиники мерков зарабатывают на своих страданиях. Люди должны об этом узнать. Не все документы читать буду. Тут будет много документов, много заметок. Заметки все будут читать. Также это наша камера, которая есть ночное видение. Она может приближать. Все такое. Ей нужны батарейки, чтобы она работала. Она будет у вас так работать, но ночное видение, ну, зрение, видите, тратится. Поэтому нужны батарейки всегда. А бегать в темных местах мы тут набегаемся еще. Нормальная машинка у тебя. Следователь лечебницы Маунт Мэссив. Куда? Ёп, пусти меня обратно. Блять, мне уже страшно. Так, что тут у нас? Хорошо тут работали, видимо, ребятушки. Блин, одному-то страшно играть. Это я все знаю. Когда я играл не один, а с Левкой, было не так страшно играть. Опа, чирик. Огонь, огонь, полегче. Ну ладно, нам надо сюда, похоже. Чем мы тут заметку эту сделали.
лечебница Mount Massive. У меня тошнит от одного только вида этого места. Больница Mount Massive закрыта после скандала по соображениям государственной тайны в 1971 году. Была вновь открыта в 2009 году компания психиатрических исследований Мерков, скрывающих под личной благотворительной организацией. Сотовая резко перестал ловить. Сеть примерно в миле отсюда. Похоже на глушилку. Едва ли сигнал пропал сам по себе. Корпорация Мерков издавна наживается на филантропии, но на американской земле никогда. То, что они здесь пытаются найти, должно быть очень важно. Может, хоть теперь получится вывести их на чистую воду. Хорошо. График отличный, не правда ли? А тем более это и на ультре. Так, видимо, тут все очень плохо. Какие-то бронемашины стоят. Через главный вход мы не пройдем. Мы не пройдем через главный вход. Я знаю уже, куда идти, правда, не буду везде тут шариться, время тратить, поэтому пойдем сразу, куда нам надо. Так, пойдем с камерой. Так, Ctrl... Так, идет сохранение, отлично. Ага, тут тоже не зайти. Хорошо. Допустим. Так... Лезем. Похоже, мы сейчас через окно, по-моему, вылезем сейчас. Сейчас. Много слова сейчас. Ой, звуки пошли, господи. Тихо, меня говном еще напугаете. Блять, реально страшно одному играть-то. Ну, типа я знал то, что это будет. Окей. Ладно. Никого нет. Ты бы меня напугал, если бы я не знал, что тут произойдет, поэтому как-то так. Играю, не боюсь, что играю вообще. Так. Какой-то я странный. Так, блять. Давайте закроем дверь. Спокойнее будет. Что у нас есть? О, батарейка. То, что нужно. Ладно, опять открываем. Ой, блин. Подумать, в какой-то психушке, блядь, находимся. Так, все документы, как сказал, уже читать не буду. Но можете прочитать на паузе, кому это интересно. Так, ну, на видео, наверное, буду читать, потому что так я не вникну во всю суть. Вот она, все. Так. Господи, пропусти меня. Господи, ты закрылась. Открой мне дверь. Быстро, женщина. Это туалет. Это общий туалет. Ой, ебать, не надо меня пугать всякими страшными звуками, а. Когда я играл... Блять, когда я играл... Ёбаный в рот! Сука! Когда играешь не по скайпу, блядь, как страшно эти ёбаные звуки. Фу, блядь. Ладно, все, спокойно, блядь, ничего не было. Вообще похуй. Там кто-то пробежал. Кстати, мы могли увидеть, что там кто-то пробежал, но я на это не посмотрел сразу. Ну и... Ёпт. Так, а теперь приготовьтесь. Напрягите свою психику, блядь, на максимум. Сука. Мразь. Я предупредил. Так, спокойно. Ты кто, ёпт? Они перебили нас. Вычислили варианты. С ними нельзя бороться, прячьтесь. Главное, ворота можно открыть в диспетчерской службе безопасности. Убирайтесь нахрен из этого проклятого места. Все, похоже, кончился парень. Фу, блять.
А на самом деле, знаешь, что за хуйня сейчас произойдет? Ну, блин, сколько перепрохожу, и все мне страшно. Давайте с ним поиграем, что ли? Сможем зайти? Что тут? Рука в туалете. Ага. Чё, не батарейки нет, ничего. Ух ты, провисло что-то. Что-то провисло, неважно. Как же это не... Не как это слово-то... Ну, в общем, вы меня поняли. Он сюда зашел. Дверь не открывается. Он закрылся, похоже. Не хочет, чтобы его... беспокоили вообще. Так, ну мы сделали заметку. Сначала заметку прочитаем, кого хрена. Я внутри. Заметка называется. Я внутри. Повсюду трупы. Кровь, ожоги с потолка. Свисают мертвые ученые головы в ряд. Главное будет... Ладно. Я внутри. Повсюду трупы. Кровь, ожоги с потолка. Какой-то стих. Свисают мертвые ученые головы в ряд, словно бутылки в баре. Судя по бейджикам, все из последовательского отдела мерка подставная шарашка мерков, помогавшая им зарабатывать якобы на благотворительных проектах. Пусть третий мир пойдет, подыхает, лишь бы еще пару миллиардов отхватить. Плохо читаю, потому что, блин, ну тут как-то все как слитно, я не знаю. Интересно, как они собираются выкачивать деньги за этой дыры. Вот, допустим, вот так. Полная психов. И вот так. Оперативник, они же его как свинью на вертеле насадили. Велел мне убираться нахрен отсюда и кони двинул. Жаль, я его не слышал, пока еще мог уйти тем же путем, по которому пришел. Ну и хер с ним. Пошел нахуй, не трогай меня. Ладно. Нормально. Ты еще что такое? Хуаю, блядь. Не смей трогать мою камеру. Китай собирали. GD-камера хорошая. Забирай, недорого. Упасть с двухэтажного, с двух метров, можно сказать, не очень круто, понимаю тебя. Ну вот цель, выберитесь из лечебницы, откройте главную дверь через диспетчерскую службу безопасности. Это мы сделаем уже другой серии, части, да. Паркурить можно еще? Да, можно паркурить. Так, опа. Чё это сейчас было, блядь? Ладно. Что-то какие-то недомогания у чувака. А, он документы. Давайте документики еще вам покажу. Так, ушибить. Чтоб уже... Так. Готовьтесь. Готовьтесь, перелистываю. Тут немного. Ладно, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр еще раз. Ставьте пальцы вверх еще раз. А кликайте на рекламу в начале видео. Не знаю, комментируйте. Рассказывайте друзьям. Пожалуйста, рассказывайте друзьям. И всем пока. С вами был Эл. Хорошего настроения и удачи.